Приветствую, уважаемые друзья в социальных сетях, и приглашаю вас в свою скромную студию ArcTV в Ютубе. Всех не устаю повторять, кто со мной, конечно же, на одной украинской волне. И кто знает о том, реалии сегодняшней Украины, что сегодня 570-й день полномасштабной вероломной войны в Украине. Войны, справедливой для украинцев, за подлинную свободу и независимость своей родной Украины. И, как говорят украинцы, попри всі негаразди, я вас приглашаю не просто в Украину, а приглашаю в Одессу. И не просто в Одессу, дорогие друзья, одесситы всех стран, как говорю в таких случаях, приглашаю в конкретное место, на наш красавец-стадион Черноморец. Вы видите, Одесса и стадион, о котором наш с вами земляк, классик Юрий Олеша писал: стадион у моря, стадион на фоне моря. И это, я говорю буквально, что приглашаю, как говорится, вживую. Вот, стоп-кадр для вас. Поклонники украинского футбола знают о том, что это арбитр, а как говорят украинские комментаторы, Украины, простите меня, волнуюсь немножко, это арбитриня ФИФА Екатерина Монзуль. А это остановленная для вас мгновение вживую вот матча, который проходит сейчас, в эти минуты, сегодня, 16 сентября 2023 года в Одессе на стадионе, повторяю, попри всі негаразди, и счет 1-0 ведет Черноморец. Хозяева поля играют сегодня с командой Полесье Житомир, которая меня очень интересует, потому что тренирует ее главный тренер Юрий Калитвинцев, слава богу, живая динамовская легенда, которому симпатизирую с его молодых ногтей. Впрочем, давайте посмотрим немножко вживую, как говорится, естественно, не нарушая копирайт. И вот вы видите, было нарушение, показала она, но вот это сейчас вы видите продолжение этого матча. Я обязательно дам ссылку, сейчас вот готовится замена. Впрочем, я действительно не буду сейчас, как говорится, комкать этот мой мини-репортаж, дорогие мои друзья в социальных сетях. И вы видите, эта трансляция идет из Одессы. Я повторяю, дам ссылку, вы сможете ее посмотреть вживую, потому что вот будет как раз перерыв. И мы с вами все, а тем более те, кто со мной на одной украинской волне, сможем увидеть, как закончится этот матч. Надеюсь, я вам заинтриговал и показал, что, повторяю, попри всі негаразди, в Украине продолжается сегодня, повторяю, 570-й день полномасштабной войны, продолжается борьба за свою свободу, независимость, но попри всі негаразди,
продолжается футбол и жизнь. И я приглашаю вас в свою скромную, повторяю, студию ARK-TV в Ютубе. Как рекомендует Ютуб, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Бог даст, будете слышать от меня доброе. И, как говорят украинцы, усе буде доброе. Искренне ваш из Филадельфии Деви Аркадьев. Сегодня, повторяю, 16 сентября 2023 года. Бог даст, увидимся, Бог даст, услышимся. Пока. Пока.